сожалению, конечно, с двумя падениями на высокие оценки рассчитывать не приходится. И все равно, молодцы. Ничего, ничего, живая? Прости. А, да ладно, о чем ты говоришь? Я сам не знаю, как ты расстраиваешься. Как классно ехали. Да. Ладно, черт. Что-то все мои лидеры валятся. Расслабилась, наверное, да, или нет? Сама не знаю. Ехали вообще идеально, да, да. Там уже все, уже такая кульминация. Не знаю, представляю, как расстроилась. Конечно, нельзя расслабляться до конца, до конца. Татьяна Арнгольц, Максим Ставицкий, оценки за технику. 6-0, 5-8, 5-8, 5-9, 5-9. Средний балл 5,88 балла. Оценки за артистизм. 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Общий балл 11,88 балла. Лидия Николаевна, я вижу, что вы единственный, кто не смог снизить оценки за эти два досадных падения. И я вас прекрасно понимаю. Мне даже вообще не хотелось ставить оценку никакой, потому что у меня душа заболела, честное слово. Ну, господи, это так очевидно. Почему 5-9, почему 5-8? Ну, два таких сильных падения. Ну, я не знаю, господи помилуй, ну вот... Так прекрасно все это началось. Все равно я им 6-0 поставила, потому что у меня просто за них душа болит. Антон, слово тебе. Что ты скажешь по поводу этого замечательного танца? Я должен признаться, я неравнодушно отношусь к этому дуэту и к тому, что они создавали на протяжении всего проекта. И, на мой взгляд, и этот номер получился очень коньковым, витиеватым и действительно качественным. Но была ошибка, и поэтому я поставил 5-9. Расстраиваться не надо. Еще до финала много-много времени, и я думаю, будет еще много замечательных и ярких программ. Татьяна Анатольевна. Это самый любимый мой автор, Булат Чалыч Акуджава. Это самая любимая песня. И, конечно, больше всего мне хотелось, чтобы вот они ее... Ну, прокатали. Потому что действительно по такой песне судить очень, очень тяжело. Я вот согласна с тем, что невозможно судить под такую песню, ставить какие-то дурацкие оценки. Но мы, к сожалению, здесь должны это делать. Вот, потому что у нас серьезный и настоящий честный проект. И мне кажется, что Максим очень тоже хотел это исполнить очень глубоко и с таким безудержным, мне кажется, отчаянием. И вот чуть-чуть где-то дернул, чуть-чуть ее не поставил, потому что были вещи по катанию, по коньку, абсолютно пронзительные. И начало. Не потому, что, естественно, у Жульна всегда бывает музыкально, а очень, очень правильно были подобраны движения по стилю. И я понимаю, что они там хотели сделать. Как она должна была там прыгнуть. Сделайте вы, Максим, это без музыки. Там потрясающе, наверное, должно было быть. Так мне жалко. К сожалению, я должна это отражать. Но вообще, на войне можно упасть. Ребята, Татьяна Анатольевна произнесла такое слово пронзительно. Действительно, ваш номер был действительно пронзительным. Но как же так? Обидно было до слез. Что случилось, Танечка? Скажи мне.
Нет, я, наверное, просто сегодня скажу. Пусть никогда не будет войны. Максим, выбор песни, постановка. Сегодня все должно было быть на 6-0. Но вот, к сожалению, чуть-чуть не получилось. Что ты скажешь? Ну, Татьяна Анатольевна правильно сказала, и на войне падает. Я считаю, что просто такая музыка и такое вообще ощущение, что вообще очень сложно совладать со своими эмоциями и как-то хладнокровно подходить к этому танцу. Поэтому, я думаю, просто не хватило мастерства побороться со своими нервами, со своими эмоциями. Ничего страшного. Действительно, на самом деле, ничего страшного. Спасибо вам.